Уважаемые ребята, мы все прекрасно помним, что есть правило «одеть надежду», «надеть одежду». Это правило работает во многих простых случаях. Но когда вы сталкиваетесь с предложением типа «одеть пальто на надежду» или «надеть пальто на надежду», вы начинаете у доски стоять, чвякать, хуякать. «Надежда на надежду» значит «одеть надежду». Ну, это секундное дело. Подставьте глагол обратного действия. «Одеть пальто на надежду» значит «раздеть пальто». «Надеть пальто», «снять пальто». О, Чиназес, сюда, сюда. Ну, я могу ошибаться, потому что я всего лишь кандидат педагогических наук, а вы наверняка доктора этих же самых педагогических наук. Вы наверняка проработали в школе больше моего, вы больше знаете. А, у вас вообще нет педагогического образования? Все, что у вас есть, это доступ в интернет и стойкая уверенность в своей правоте? Надеть корону. Очень красиво.